Здорово, Гимера. Вот мы проснулись, походу нас никто не съел. Никто не попрался через наши громадные стены. Что ж, давайте дальше гамать в Майнкрафт. Ну что ж, теперь я думаю, нам стоит построить дверь, чтобы не через стены не лазить. Так, сколько у нас древесины? Да, вполне хватит. Так. Вот. Получилось. Ну, а целых 3 двери хватит. Отлично. Построим, мне кажется, ее здесь лучше. Заодно топор сделаем. Это у нас пуша скончился, он вроде как. Угу. Так. Что ж, прорубим не посерединке здесь 2 двери. Будет некрасиво уже. Да, вроде все уже монструки подохли, так что нечего. Ну, мне кажется, это не посередине. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Нет, все посередине, отлично. Так и так. Отлично, надо тут еще пол сделать тогда. А может сделаем его из ковра? Да, вес не так уж много, так что лучше не будем тратить зря. Что ж, теперь нам надо сделать что-нибудь каменное. Думаю, каменную крышу сделать. Для этого нужна кирка. Опа. И еще древесину нужно порубить, что она уже кончается тоже. Так, так. Поскольку камень очень крепкие, кирки ломаются очень быстро. Ну что ж, хату оставим и пойдем копать день в горе. О, белая, черная барашка до сих пор тут бегает. Потом уже приютим себе. Так. Еще лопаты будет сделать. Ну что, тоже подойдет. Так, ну что, пошлите копать в гору. Курицы. Надо было яйцо это съесть на обед, на завтрак вернее. Тихо там, мешайте. Опа, вот уже и песок. Ну, какая-то разновидность песка, я забыл, как она правильно называется. Пойдем. Да ё-моё, еще кривее придется идти. Ладно, пока кирка не сломается, покопаем. Подолбим. Пока еще вроде свет поступает, так что мы в темноте не окажемся. Стоит только переключить на другую, на другой блок, тот сразу становится целым. Это глупо, не правда ли? Ну ладно, нас еще хватит немного на пару блоков кирки. Вот опять песчаник вроде называется, вспомни. И темно уже становится, вообще ничего не видно. Вот и все, ладно, пойдемте варганить печку. Пожарим что-нибудь. Похавать. Надо еще сюда будет лестницу сделать. Чтобы не так долго бегать тут каждый раз. Так, 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 так и так. А так что будет? А, ничего не будет. Ну, ладно. Печка есть. Там. Ладно. У нас есть баранина и яичко.
Ну что ж, теперь будем строить крышу. А, нет, нам нужно стекло. Да-да. Это у нас песок, конечно. Сейчас мы пожарим и сделаем себе стекла. Да, ты что делаешь? Так, баранина готова. Сейчас покушаем барашка. И сварим стекло. Так, где барашка? О, ничего себе! А своя курица есть, ничего себе, я думал, я его съем, ну да ладно. Кукарека, назовите кукарека. Да-да, живи здесь пока. Надо будет тут еще как-нибудь сделать огородик, прокармливать и себя, и их. Думаю, будет где-то он здесь. Да все такое неровное. Ладно, будет вот здесь он пусть. Пока стекло варится, чтобы посеять пока все, что есть. Да, тогда нужно сделать специальную штуку, как она называется, я забыл. Можно сейчас пару семян выпадет. Вот, семена. Отлично, так. Где-то у нас был верстак, да. Оп. Так. Блин, у нас же дерево-то не осталось. Сейчас порубить березок немного. Да-да-да, ку-ку-ку. Так, теперь нас хватит. Оп. Да не сюда ты. Так. Вот, мотыга. Заодно сделаем туда лопат. А можно сделать же каменную лопату. Можно было сделать все каменное, у нас камня ж дофига. Что же мы такие глупые-то? Оп. Сделаем каменный лопата. Ну, мотыга, мне кажется, пока такой хватит. Каменный топорец. Что нам сейчас пригодится он. Давай сюда. Сейчас пока сюда. Так, мотыга. Где мотыга? Где наше поле-то? Эй, где оно? А, вот, все, что-то заблудился в конец. Так. Надо еще потом ведро будет где-нибудь. Что там пустить сюда еще? Вот. Это будет сохнуть вечно. Вот, уже засыхает. Так, как так? Я только что же убрал. Так, быстро сеем. И темнеет. Да, походу, сегодня мы не успеем посадить все нормально. И дом построить, ладно. Одну грядку посадили, следующую, на следующий день построим. Да. О, тут нам еще одно яичко снесло, курочку. Отлично, спасибо. Так, где ку-ку? Тихо, кукуряка, как там тебя зовут? Так, вот и стекло. Ну что ж, давайте построим того стекло заодно. Все, вот. Пока еще совсем темно. Думаю, одно будет здесь. Подстрим, одно будет здесь. И думаю, здесь будет тройное такое стекло, чтобы смотреть закаль. Красиво там. Эй, тихо. Стоять. Все. Не. Как прыгучие.
выходи отсюда. По-моему, она в стене застряла, нет? Нет, не застряла. Ну и красота, вон даже вид на зомби открывается какой, на паука, на... Надо будет сходить за ним там. За паутиной, чтоб удочку сделать, порыбачить, что ли, хоть. Ну что ж, ладно, думаю, на сегодня хватит. Отправимся спать. Дальше будем строить уже каменную крышу. И все-таки сделаем из камня лестницу. Ладно, посмотрим в следующий раз. Ну что ж, спокойной ночи, геймера. Бай-бай.